повторилось. У меня моя бабушка умерла, когда я еще даже не родилась. Лида. Ее звали. Вот. Я ее даже не знаю. Вообще ничего не знаю. Так. Так что вот. Тадочи. Thank you. Ребята, кто не подписан, подписываемся обязательно, мои хорошие, скорее, скорее, скорее. Афоня, благодарю, спасибо. Кого? Вы знаете, с кем меня только не сравнивали, с какими только меня актрисами, я не знаю, не сравнивали. Жанна, благодарю за подписку, очень приятно. Слушай, романтик, вот веришь, вот я так и знала, что так скажешь. Вот я так и знала. Модельное агентство представляешь? Нет. Я мастер маникюра 7 лет. Уже больше. Вот. И просто я учусь еще, помимо работы. Работаю я на себя официально. Москва. Нет, романтик, только случай. У нас с тобой особо общения. Дэнни, привет. А у тебя включен фильтр? У тебя включен фильтр, если не хочешь палить, то подмигни. У меня включено, зачем? Я не скрываю, у меня включено сглаживание. Да, сглаживание у меня только включено. А, и белые зубы. Наверное, я не знаю, я обычно не настраиваю ничего. Где у меня тут улучшение, да? Сглаживание на 85, зубы на 60. Ребята, потапайте, пожалуйста, по экранчику. Абу Бандит, привет снова. Ой, я не знаю, нет, у меня хорошая кожа, я не жалуюсь. Она, да, без пигментных пятен, но, короче, я не использую тональный грим. У меня в косметике идет только тушь и для бровей, и гигиеническая помада. Так я этот тональный грим, я его не использую. Мне он не нужен, зачем? Я еще молодая. Так что вот. Смайн! Юрий, благодарю, спасибо огромное. Я не люблю очень много косметики. Я чувствую себя как-то... Hello, Smine, hello. Как-то неприятно, что на моем лице что-то лишнее. Поэтому я не люблю.
Там черепа не видно, не видно. Обратно. Hello, hello. Smile, thank you. Правильно, я тоже. Нет, это надо для тех, у кого есть какие-то там проблемы, да? С кожей. Это можно использовать. Но мне нет. У меня все хорошо. Тут сейчас еще сгладите меня тут. Смайл. Thank you. Ребята, не забывайте, пожалуйста, тапать по экранчику. Чем больше лайков, тем больше зрителей, ребята, тем сам наш эфир будет намного интереснее. Не забывайте также подписываться обязательно. Прям по ту сторону 10 человек меня прям внимательно разглядывают. Обычный я человек. Злодей. Зачем? Зачем злодей? Что зачем? Чего было записано такое есть? Конечно. Зачем, наверное, подписываться или так вот экранчик? Но это желание каждого человека. Хотите, не хотите, я не заставляю, я вам только предлагаю. Спасибо большое, благодарю всех, кто так будет играть. А что для вас любовь? Отдай. Я не знаю, я не могу на этот вопрос ответить, потому что у меня еще не было любви. Я еще не испытала это чувство за свои 25 лет. И дай бог, хочу когда-нибудь испытать. Думаю, получится. Так что я не могу ответить на этот вопрос правильно. А чушь нести я тоже не хочу. Далее благодарю за лайки. Огромное спасибо, ребята. Приятно.